Так, продолжаем. Значит, что мы делаем? Тогда у меня камера села вчера. Продолжаю выпуск. Prestigio Wise R3. Вот. Смартфон на версии Android 5.1. Значит, так, вот мы делаем, значит, обновление. Остановились мы на обновлении. Вот, включаем, вот, нажимаем передачу данных. Вот, берем, значит, так, раз. Оно в фоне, вот оно, передача данных происходит. Вот, бегают килобайты всякие. Вот, что он так сделаем. Вот. Сейчас будет обновление. Пока оно это думает. Можно зайти на Viber, почитать, что там пишут. Вот. Спасибо. И все такое. О, обновление. Видите, он значок появился. Сейчас мы вот так берем. Раз. Вайбер закрываем нах. И вот обновление GTA. Берем вот так, щик, и все. То есть это значит, мы его приняли. Сейчас я вам покажу один приложение Viber закрыто. Мне оно не нужно. Так, сейчас я вам покажу один фокус. Сейчас несколько минутку еще. Тут когда происходит подключение к интернету, вот, обновления всякие. Тут, значит, смотрите, заходите в раздел «Память» и смотрите, доступно приложение «Данные» и «Данные кэша». Вот, чистим. Нажимаем так раз. Щук. Вот, и еще один фокус есть. Вот, управление приложениями. Нажимаем сюда. Блин, что она выскочила, падла. Так. Вот, управление приложением. Нажимаем. Она может опять выскочить. О, приложение. О! Видите, вот смотрите. Firewall, Play Market, Super Cleaner, Viber. А вот вирусня, вот зелененькая, вот Эдс какой-то там, это вирусня. Мы ее берем и нажимаем вот удалить кнопочку. Раз. Все, вот это оно забегает именно вот во время обновлений. Ну, теперь можно передачу выключить, я уже обновился. По Вайберу ничего нету, передавать мне ничего не надо. Никто ничего не ответил, не написал. Как бы смысла нету. Не, ну там люди кое-какие ответили, понятное дело. Кое-кто не ответил. Тоже мое личное, не ваше дело. Так, в принципе, пофиг. Так, вот данные кэша 1488. Вот это вирусное приложение. Раз, чистим его, данные кэша. Чик. Все, и сразу место освободилось. И еще сюда смотрим вот. Управление приложениями. Все. Вот у меня тут. Раз, два, три, четыре. Все. Все нормально. Все, я почистил. Все окей. Все окей. Вот. Так что много чего можно узнать. Ну, сюда мы позже зайдем.
Да что, можно сейчас зайти. Вот. Не, хватит. Хватит на сегодня, короче. Вот тут. Вот, все мы это смотрим. Что к чему, что и как. Все. Всем пока-пока. Желаю успехов тебе, Макс Свехов. Подписывайся на мой канал. Делаю обзоры разных предметов, разные техники. На моем канале скоро увидишь обзор телефона Samsung S6. Блин, как же он там забыл, короче. Короче, Samsung какого-то, не помню. Fly телефона, смартфона. Потом Sharp, кассетное дисковое радио, там мыльница такая большая, кассетное оборудование. Ну и т.д. и т.п. короче. Ладно, подписывайся. Подписывайся на мой канал. Все, пока-пока.